красиво в лесу. И летом, и зимой. Вчера еще не было снега. Радовался, что сегодня без него. А сейчас вон, видите, снежок. Собственно, и если камушки сверху, то их не видно. Снегом присыпало. Насчет этого летом лучше, конечно. Даже идешь, увидишь, где-то блеснуло. Смотришь, да, что-то есть. Правило, кварчик. Вот. А сегодня следов еще нет, никто не ездил. Давно здесь не было. Так что на фантомную заглянем. Посмотрим, что там. Только в каких-то рассказах или сказках, что вот копь появилась. Вернее, не копь, что-то появилось неожиданно. Это все ожидаемо. Как она стояла, так она никуда не делась. Лет несколько пройдет и завалят ее. Вот воды только меньше стало. Ну, да ледок появился. Да. Вот сюда вот экскаватор загнать. И вот там вот можно пробовать. То же самое будет. Ну, люди бывают, эти костровища. Ладно, посмотрим. Да, лет 10 больше, наверное, назад. Вот в этом месте зимой развел костер. Расчистил. Тогда я нашел первый кварц этой копии. Большая крупная щетка с гематитом. Да, углубиться можно, но видите, вода, хоть и сухо было, это уже с дождей набежало, с махоньких. Да, вот это то место. Ой. Вот животка маленькая. Кварчик. Тут их полно, конечно. Вот этот вот эту каменюку надо попробовать. Так-то не видно ничего. А здесь вот в этой жиле, как же было? А, ну да, оттуда зашел. Здесь костер развел. Расчистил. Начал землю там убирать, камни. И потом нащупал. Там такая маленькая пустота была. Нащупал кристаллы. Кристаллы нащупал. Они были снизу и чуть сбоку. То есть вот часто я видел на хрустальной горке. Получается, что если под него зайдешь, то кристаллы вниз. Вниз туда, в глубину направлены. Хотя не факт. Хотя на той же хрустальной было по-разному. Копал, заглубился в сторону. Сверху смотрю, кристаллы висят. Ну, а что-то колоть стало внизу, на чем сидел. Казалось, на друзе сидел. Пришлось ее сначала достать.
Так, ну ладно. В общем, соловья баснями не кормят. Тяжело таки. Чем старше, тем все тяжелее становится. Ну вот, обратно пришел. Намерзла на камень. Намерзла уже, пристала тут. Это уже с отвала тут слетело сюда. Может, кто-то отвал копал, а в жилу сбрасывал. Есть и такие артисты. Так, ладно, неудобно с камерой. Сейчас поработаю, если что-то интересное будет, покажу. Да, промашка вышла, ответьте. Начал половинить кувалдой, иначе не взять. Ломик не взял тоже. Но я собирался, в общем, на такую работу. Думал, просто похожу, да. Отвал перекапываю. Надо углубляться, конечно. Кувалда, черенок раскололся даже. Да, без инструмента никак. Сейчас бы бензогенератор да перфоратор бы, так, тюк-тюк, и все. Ну, крайним клин кувалда. Он заелел уже до кварца-то. Ну ладно, закончим в этой няше копаться. Бросил это я без инструмента, дело такое, копать вглубь. Помаленьку отвал начал смотреть, вот видите, щеточка кварцевая с гематитом. Ага. Вперед. Ничего. Ну, как видно, тут гематит подходил.
ЕС. Хоть такой. Хоть такой образчик. Вот здесь вот кварчик кристалл. А здесь вот похоже, что там животка мелкокристаллического кварца. Вот гематита, полоска идет. Хорошо. Хорошо и приятнее, чем в той грязи возиться без инструмента хорошего. Эх, подмерзло уже. Вдруг и мыл холодище. Лужа в этой. По всей площади бы, другое дело, а то вон сторца, видите, немножко есть, но ладно, вымоем дома, посмотрим, вымоем да выбросим, что у нас, шей да пари. Так, ладно, перекур. Ну вот вывернул, но ничего в нем нет интересного. Хотя вот тут вот, видите, вот кварц. Да, вот это вот как из животки. Вот она. Вот. Вот она идет. Все. Ничего интересного. А-а-а. Вот здесь вот махонькие животки. В принципе, там может что-то быть. Ну, такая же маленькая. Сейчас посмотрим, что там будет. Да. Нет, придется камеру положить. Ну вот, в общем, ничего интересного. Вот видите, такая слабенькая минерализация. Вот. Вот кристаллики, вот. Вот она, вот. Собственно, ничего интересного. Видите, часть полости. Вот такие вот мелкие кристаллы. Вот. Вот она мелочевка, там, где мы разбили.
вот глина. Странно как-то колется. О, тоже хрень всякая. Да и ладно, нафиг она нужна. Фу, ладно, дальше пойдем. Вот рядом камень тоже был. Здесь вот. Ну вот здесь вот вымоется, может быть, интереснее будет. Натуральная грязь. Целебная. О, какая шняга попала. Дрозка небольшая кварца. Такие вот тут и растут. Такие вот шишечки. Килограмм на 5 бы поднять такое. Вся в таких красивых шишечках. Я бы хорошо